Отголоски Второй мировой были слышны на минувшей неделе в Болховском районе около деревни Пальчиково. На берегу Оки бойцы отряда «Лидер МЧС России» уничтожили боеприпасы, поднятые со дна реки. В течение нескольких дней они обследовали акваторию Оки в Болховском и Мценском районах. Водолазами было осмотрено более 10 тысяч квадратных метров дна. В связи с распоряжением заместителя министра МЧС России, отряд центра «Лидер» в количестве 9 человек прибыл в Орловскую область для выполнения задач по подводному разминированию, подъему и идентификации взрывоопасных предметов. Водолазы совершили 18 погружений. В итоге 31 взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны поднят из воды. Все находки обезврежены.